Мемориальные таблички в Нижнем Новгороде будут устанавливать по-новому. Депутаты городской думы предлагают изменить порядок подачи документов для установки памятных досок и других мемориальных сооружений. Если раньше просто подавали документы, то теперь заявителю нужно представить и предварительный эскиз мемориальной доски с указанием материалов, из которых она будет сделана, а также определиться, кто будет ответственным за уход и содержание памятника. Это может быть либо город, либо ТСЖ здание, где будет установлен мемориал, или меценат. Сейчас все изменения будут обсуждаться на профильных комиссиях при городской думе.